Чтобы спорт был каждому доступен, в Приморье продолжается благоустройство спортивных объектов. По словам министра физической культуры и спорта Жана Кузнецова, в регионе ведут в эксплуатацию 73 новые спортивные площадки. Хоккейные коробки, стадионы, уличные тренажеры откроют уже в этом году. Также завершена работа по строительству ледовой арены в Уссурийске, а в Славянке скоро откроют большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы останавливаться не будем, несмотря на вот ту эпидемиологическую ситуацию, которая существует и в мире, и в стране, и у нас в Приморском крае. У нас особых срывов нет. Кто-то говорит, что она не влияет там, на строительство, но на самом деле вот я столкнулся буквально в части строительства ледовой арены в Уссурийске с тем, что вот часть оборудования была заказана за рубежом и очень была долгая доставка. Помимо реализованных объектов, в Минспорта подготовлен ряд проектов на будущее. Среди них грибные базы в Лучегорске и Славянке, строительство муниципальной школы единоборств во Владивостоке и снежной трассы на Русском, где жители Приморья могли бы бесплатно заниматься лыжным спортом. В том числе идет создание условий для спортсменов-олимпийцев. По различным видам спорта сейчас идет такая работа организационная для того, чтобы сделать у нас благоприятные условия, чтобы спортсмены приехали и подготовились успешно к Олимпийским играм, как в принципе, по большому счету, и раньше это было. Игры в Сеуле у нас были, в Сиднее были, в Пекине были, и спортсмены у нас готовились. Олег Завьялов, Кирилл Самойлов, новости на Восьмом.